Очередной виток противостояния «Динамо» и «Зенита», который разыгрывает абсолютно все трофеи в последнее, уж по крайней мере, время. Уже в третий раз встречаются и в этом сезоне, причем в разных абсолютно ипостасях. Если Кубок столетия в Калининграде был на нейтральной площадке, Суперкубок был в Казани, то Кубок России в Москве. Так что мы полную картину этого всего получаем. Но вот коллеги очень много в студии полезной информации нам предъявили. И была такая выборка, три последних матча. Я бы немножко ее расширил, потому что, на мой взгляд, это попоказательней. Я вот для себя 7 игр определил последних, потому что туда еще полуфиналы Кубка страны зашли. Потому что плей-офф не скоро, можно там еще как-то перезагрузиться. А вот здесь, наверное, лучший волейбол они должны показывать. Сандеру дошел до основного состава и твердо туда встал. Ну, кстати, не факт, что обязательно его должны заменить после этого. Но вот это то, зачем стоит понаблюдать. Максим Михайлов. Пока заменит его либера, для этого динамовцам надо подальше отыграть, не выходит. Мысль, что ли, которую мы еще не высказали, что неважно направление, может быть, даже Романовского, главное свою лучшую подачу попасть. Здесь смягчение, и вроде бы можно успевать, но Кристенсен только в прыжке попробовал. Максим Михайлов как раз хотел не потерять мяч, ну, чтобы продолжить вот это давление. В конце концов, он же видит, как блок играет у команды. Но пока это все на будущее переносится. Здесь обманный удар. Наверное, слишком скоростной для Богдана эта передача выглядела. А вот это вот тот самый темп, который нужен, потому что один блок остается. Что-то ведь в игре будет оставаться, и это как раз то, чего «Зенита» добивается. Пока здесь... Ой, как не пустили связующего выполнить как следует второе касание. И атака «Динамо». Первый пайп, по-моему, сейчас забивают хозяева. И вот как раз первая атака, которая беспрепятственно до пола долетела. Так что Павел Панков тоже реагирует, понимает, где вообще сейчас ждут атаки. Оставляет максимальный риск на подаче. То есть здесь надо затруднять как можно сильнее. Было все здорово, но опять казанский блок среагировал низко очень. Богдан выкручивал от двойного блока. И борьба над сеткой. Как же аккуратно. Вот, да. Может быть, первый челлендж сейчас, первый видеопросмотр. Нет, не берет. Нет, там аут был, скорее всего. Там очень был. Активно подсказывали Майка Кристенсен. Очень узко Соколову, и два раза подряд накрывает его в блок. Грамотнейшая подача в такое скопление игроков. Вот сейчас станут в расстановку динамовцы, там едва ли не 4 игрока. Вот подача и блок — это то, за счет чего Казань ведет в партии. И ведет уверенно. Панков выигрывает сеточный мяч. Но тем не менее 5-0 ведь по блоку-то. Блок подачи. Иногда и одного элемента хватает, чтобы решающее превосходство создать. А вот поэтому, когда их два, конечно, это серьезно, но динамовцы будут добавлять в игрок 4 этого 6 матча. Забил в атаке без ошибок, без попадания в блок. Ой, как классно. Классно вытянул Кристенсен двух блокирующих на эту имитацию. И дальше на чистой сетке осталось подключение задней линии. Антона Семышева надо выделить. Это его одиночный блок. Оставил интригу в конце первой партии. И еще раз хорошее смягчение. И одиночным блоком. То есть две атаки «Зенита», а вот и Власова досталась передача. Чуть ли не первая в этом матче. Вторая атака Ильи Власова, но насколько уверенная и быстрая. Соколов вроде бы заставил дыру практически на колени встать, чтобы довести этот мяч. Но это не получилось убрать его из атаки при этом. Что вот сейчас у «Зенита» есть шансы завершить сет уже. Сетбол. Высокий мяч. Справляется Богдан. Но вот он старается все-таки через Кристенсена атаковать. Очередной сетбол у «Зенита». И опять Керменина, тот справляется, и классно по линии Богдан проходит. Но вот на передней линии на нем не игра держится, когда он у сетки, это определенно. Михайлов. Ну и прием отличный был. Может быть, не самая сильная, не самая рискованная подача в либеро. Сейчас
последние два съема при ровном счете. На непростых мячах. Ой, как руки а убрали. Вот и спрятаны им же спрятали руки. Руки, да. Обманули Антона Семышева. Он пробил далеко в аут. Он пока у сетки. Но вот не стало исключением первая партия от предыдущих сыгранных в противостояниях. 6 очков на блоке было у «Зенита» в прошлой партии, 2 у «Динамо». Цифры в атаке высокие, причем у москвичей они выше, чем у соперников. Это все так, но по количеству атак он не превосходит краев других пока, то есть четвертую зону. А это не совсем обычно вообще. Но если Богдан забивает 7 из 9, то зачем искать что-то еще? По Богдану вопросов нет, согласен. В этом, конечно, тоже не может не знать Павел Панков. Ох, как было бы красиво, если бы этот мяч остался в игре. Ногой в защите сыграл Лаури Керменин. Лишний раз там подчеркивает Михайлов, насколько он уверен в атаках по линии. Власов, редко его атака. Готов вроде бы к ней Кононов. И смягчение такое выразительное получилось. Но вот далековато мяч отскочил. Еще один стопроцентный забивающий игрок. Ну, пока это эпизод. Посмотрим, как будет там дальше. Власов немного атакует. По понятным причинам. Волков по линии. Многовато ему оставили. Это вторая расстановка, когда подавал Кристенсен. Команды на второй круг пошли. Второй раз он тактическую подачу подавал. И второй раз ее довели под первый темп. Тут есть о чем подумать. Ну, какие-то мысли у американца явно были. Подавать умеет. Я не удивлюсь, если дыру пока не дает каких-то поводов усомниться. Не удивлюсь, если Лабинского на подачу тоже выпускать появится смысл. Наверное, Вербов его пока придерживал для концовки. А вдруг там нечто большее, чем закономерно. Потому что еще и передача немножко не та получилась, которую задумывал Кристенсен. Задумка сама такая наглая. А еще и качество подвело. А это к решению какому-то подвигает. А вот теперь уже приема нет. Теперь посложнее приходится через Михайлова. Власова прикрыли. Кстати, первая атака, которая у нее нерезультативная. Хотя он не проиграл. Успевает на блок в последнюю уже долю секунды подняться Илья Власов. И еще одна атака «Динамо». Семышев, первую зону. Сколько раз приходится оттягиваться от сетки, снова разбегаться. Какой разный темп всегда у разбега нападающих. Жук, наверное, лучшую свою пока подачу в этом сете выполнил. Да и в матче, пожалуй. Но это не помогло. Семышев, было там касание у блока. И вроде бы какой-то шанс возник, но не смог качественный мяч Федоров обработать. Там, наверное, еще рикошет. Он немножко направление менял он после блока. Да, Богдан безупречен в атаке. Сейчас, правда, и условия у него идеальные сложились. И блок разорванный, передача штамповая очень удобная. Панков. Михайлова попал, который четвертый в приеме расположился. Четвертый в очень узком коридоре. Ведь что в первой зоне, что в четвертой, оттягивается Максим Михайлов. И ему оставляют небольшую, там, небольшую зону совершенно. Семышев, и это классно. Не падает. Да, все ведь здорово. Блок разорванный. Атака хороша Семышева. Но есть защита у «Зенита». Вот теперь Денис Богдан. Давно как-то он без передач. Не подают в него. Вот я говорю, сегодня как-то на Кермина, да, больше нацелены. Классный какой. А что блок? Вот взаимодействие, почему, да, почему блока не оказалось совсем? Вот какое-то странное решение. Да, счет в партии. Как же подача нужна «Динамо»? Кристенсен так редко-редко Кононова в атаку подключает. И поэтому в концовке это выглядит особо неожиданно. Все это, конечно, может сказаться. Вот Романовский с подачей. Как классно сейчас Керменин справился. Блок выручает. Есть кому за Кристенсена отработать эту концовку. Но очень вовремя расстановка подоспела. И вновь Михайлов. Он находит. Снова находит. Вот его. Он вроде бы уже и за спиной принимающих, но тем не менее заставляет эта подача участвовать в приеме Максима.
Еще и с доводкой принимает Федоров. Надо же, эту подачу в концовке. Большой молодец. Но динамовцы имеют шанс выйти вперед. Таки вот 31-30. По-прежнему не дает усомниться в своей надежности Денис Богдан. Здесь только скидка получилась у Казани. Как же вовремя распадавался Пантов для динамовцев. Как же умеет он это делать в решающие Большой моменты. Большой привет Кристенсену передал этой подаче Павел Панков. Но ведь у москвичей вообще не было ни одной ошибки в атаке. Они, в общем, ошибались больше. По-моему, в лицо мяч попал Денису Богдану. Да, широковато руки развел. Что мы говорили, можно сказать, что по дисциплинированию динамовцы сыграли эту партию. Что-то могло получиться, что нет. Но желание, которое постоянно позволяло отыгрывать сетболы у соперника. И динамовцы еще лучше свою подачу даже не показали. Так что, как знать, здесь инициатива может бело-голубым перейти. Здорово, как Волевич. Успел Волевич в воздухе буквально эту страховку он начал. Кермину не удалось там отползти, но атаки бы все равно не было. Так или иначе, мяч важно было сохранить. Вот что значит простой переброс, который «Зенит» сейчас получил. Просто все три нападающих были только на одиночном блоке. Здесь кому угодно мог направлять передачу Майка Кристенсен. Но мы к ней уже привыкли, суть уже повторять не будем. Романовский свое дело тем более делает и постоянно нам напоминает. Зачем? Все, Машев успел подстраховать мяч, который уже опускался на площадку. И проскакивает скидка с МДРУ по рукам. Вообще, конечно, здорово, это убийственное оружие. Вот эти вот вбросы на скидку. Но ведь это существенно. Уже и усталость скоро будет появляться. Пока еще рано об этом говорить. Но матч, если будет затяжным, а он будет очень затяжным. Хотя понятно, что брейковые мячи были, и кто-то там подавал, может быть, даже три раза подряд. Власов. Вот так широко пришлось уйти, чтобы найти свободное пространство. И Комонов не предполагала первого темпа, абсолютно. Здорово Панков. Да. И снял мяч с сетки. Идеальную передачу выдал. Еще и блок все равно остановился там. Они уже не успевали на противоходе побежать в другую сторону. Все успел Антон Семышев. Не самая сложная подача в него прилетела, но нужно было после этой доводки успеть выйти как следует на атаку. Один блок был тоже. Михайлов ушел. Широкий мяч. Он ушел с блока. Только Вольвич блокировал. А это очень редкая, но какая эффектная атака Артема Вольвича. Такие вроде бы не скажешь, что очевидные шансы. Еще один идеальный прием. И тут же первый темп Илья Власов. Ну, обмен любезностями. Артем. Конечно, пересмотреть мы не можем, но вот сейчас хорошо под мяч вышел. И хорошо забил через связку, очень грамотно. Но вот когда Кристенсен на передней линии, все равно старается через него атаковать динамовцы в основном. Причем не всегда именно по линии. Даже в 4 принимающих очень сложно подачу в первую зону в линию принять. Ну а здесь Михайлов совершил тот маневр, который и планировал. Классно вышел. Первую подачу здорово подал. И это тоже классно летело. Еще можно последнее играть. Касание. Даже чистая сетка и не забивает Илья Власов. Вот это да. Вот это да, но Динамо выигрывает здесь это очко. Было бы очень обидно, если бы вот такой мяч, не забив, проиграли бы розыгрыш. И снова, кажется, немножко Кристенсен избыточно ускорил, даже с учетом фигуры Волкова. Либеро у Динамо, Илья Власов еще и двигался назад, он в защиту оттягивался. Подача у Зенита полетела, один за другим выходит на подачу. Вот в тот момент, когда динамовцы мучаются, немного так теряют, там не могут серию выполнить. У Зенита сейчас у всех подача летит буквально. В ту же точку Волков скидывал, и опять блок. Опять блок, которым в центре выпрыгивал Кононов. Это вот как раз свидетельство о том, что подача летит, потому что все атаки, ну, на стене буквально Динамо проводит. Но ни малейшего изъяна в этом блоке нет. Сейчас еще и Романовский вернется на подачу. Но пока там и без того все хорошо у Зенита.
Что не игрок, тут колоссальные проблемы для принимающих. Это даже для дыру низковато. Хотя на чистой сетке вроде бы оказывался. Михайлов успевает себя постраховать. Довисели динамовцы до его скидки. А теперь Соколов. Блок-то не успевает двойной. Один Волков только не успевал, Кононов. Но Кононов как раз сознательно шире, что ли, пошел, чтобы функции Волкова на одиночном блоке, что ли, забрать на себя. Но в данном случае переиграли его. Хотя близок был, надо отдать должное. Ну, здорово. Кристенсен попался на пути у этой подачи. Он как раз выходил к сетке из первой зоны. Других таких, может быть, 100% явных кандидатур у москвичей нет. Подвесок, наверное, просто не готов еще. В принципе, у него подача хорошая, подача стабильная, когда надо. Но коль Брянский сегодня к его услугам не обращается, значит, не все так хорошо. Романовский, впрочем, может подачи на вылет этот сет завершить, что он с удовольствием и делает. 2-1 по цифрам. То есть это как раз тот игрок, который с плохого приема должен, ну, отвечать, что ли, за результат. С другой стороны, трудно винить. Мы видели этот тройной блок висящий. Не на подаче «Зенита» отметил. То, что, наверное, не статистическая какая-то категория, а скорее эмоциональная. Но мы-то со стороны смотрим, а динамовцам в приеме надо стоять под этой подачей. И это, конечно, колоссальное давление. Кто-то, наверное, из болельщиков вправе сказать, что Казань бы уже победу праздновала. А так еще сколько предстоит для этого сделать, если вообще динамовцы этого допустят. Ну, то, что динамовцы не остановятся, это точно. Есть там настроение, есть желание сумасшедшее. Иначе такие финалы не играются. Роман Романовский в третьей зоне получает передачу, буквально находясь в воздухе уже, висел. И очень хороший темп ему выдал Кристенсен, который уступает в росте. Но на блоке сыграл лучше. Семушев разозлился. Разозлился как следует, вколотил мяч просто с неимоверной силой. Опасное настроение – это не то слово, если мы вспомним историю еще раз. Кубок – это один матч чаще всего. Ну, когда даже финал четырех – это все равно один матч, который может выиграть любая команда в хорошем настроении. Мы об этом говорим. И «Зенит» это делает регулярно. И Кристенсен, и Панков. Успевают под первый темп вдвоем подняться москвичи и свою атаку куда быстрее организовывают. Так что еще подумает Кристенсен, надо ли Вольвичу отдавать в следующей ситуации. Хотя здесь все вроде по уму было. Хорошая доводка вышла и ускоряется дыру с задней линии. Вот несколько вариантов сразу же. Как только есть прием, сразу все очень быстро. На опережение блока играется у «Зенита». И вновь из-под первого темпа дыру. Ну вот не так сказать, чтобы много использовал эту комбинацию, в принципе, Кристенсен. Ну буквально там пару раз всего. А тут подряд играет. Как идеально с приемом Волков справился. Вот только-только мы говорили о том, что в него практически не подают. Ну, ясно, что такие подачи только сохранять в глубине площадки. Семушев. С одной стороны, грамотно. С другой стороны, как-то совсем далеко вроде Федоров находился. Он, конечно, быстро перемещается. Мог на это немножко заложиться. 17-13 в пользу гостей. Да, главный счет. Он стал не 2 очка, а 4 в пользу «Зенита». И они продолжают. Понятно, смысл вот этого переодевания, что ли. Динамовцы опасались за свой прием. И не случайно. Прежде всего, за счет того, как подает соперник, наверное, вот это все планировалось. Рвется в бой уже Денис Богдан. Не до исторических экскурсов. И неплохо ведь. Переходящий заработал. Последнее касание сейчас у «Зенита» будет. И дыру решил аккуратно накатывать. Белогорцев этот накат закрыл.
Власов молодец, он нашел такой правильный, что ли, баланс между риском и надежностью и неожиданностью. Телеповтор был в ногах. Ну, в отдельных случаях вправе, кстати, судьи. Но сомнений нет. Да. Я думаю, у Брянского сомнений не было, что Федоров эту страховку выполнил как следует. Когда уже на финишной прямой «Зенит» в таком настроении, когда абсолютно все получается у них, вот такие вот классные доводки, классный темп. Все-таки Кристенсен своего добился, заставил концовки забивать раз за разом конного. Не то, что у того не получалось. И вновь дарит атаку, которую первым темпом завершает Вольвич. «Зенит» выигрывает Кубок России третий год подряд и девятый за последние 10 лет. Какие-то фантастические цифры. Команде оставляют. Я думаю, что «Зенитов» музей есть что посмотреть, скажем так. Как символично, Артем Вольвич заработал последнее очко в этом матче. И вот он сейчас, капитан.